Новый компактный кроссовер Nissan Magnetite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем Joke, появится в нашей стране под брендом Datsun. Именно в таком сочетании запатентовано новое имя в базе Федерального института промышленной собственности. Презентация данной модели состоится в ближайшие месяцы. Автомобиль построят на упрощенной модульной платформе CMF-A от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, торсионной балкой в задней части и только с передним приводом. Габаритная длина машины не превысит и 4 метров. Таким, кстати, полагаются налоговые льготы в Индии. А под капотом расположится литровый турбированный агрегат мощностью 100 лошадиных сил в паре с механикой или вариатором X-Tronic. На какие автомобильные рынки выйдет новый Nissan Datsun Magnetite, пока не ясно. Однако, судя по столь оперативному оформлению патента, рынок нашей страны точно имеется. У меня пока все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!